Сегодня Владимир Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил других войск и воинских формирований. Накануне об этом же говорил председатель правительства Михаил Мишустин. Он обозначил приоритетные задачи для региональных властей и дал ряд поручений, в частности, организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирование резервов, подготовить информацию о том, как выстраивается обратная связь с мобилизованными и их семьями относительно своевременного и корректного начисления денежного содержания. По поручению президента меры безопасности в субъектах координирует Сергей Собянин. Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи. Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений.